Дагестан присоединился ко всероссийской акции «Мы всегда рядом». В ее рамках ученики второй школы поселка Ленинкент встретились с участниками специальной военной операции на Украине. Сейчас военнослужащие находятся дома, но вскоре снова вернутся на передовую. Ребята подготовили для военнослужащих творческие номера. Они исполнили песни и прочитали стихи. Мы, конечно, стараемся по мере своей возможности морально, духовно поддержать тех ребят, которые там и на сегодняшний день воюют, и, соответственно, те, кто прошел уже этот боевой путь, те, кто на сегодняшний день приняли участие, они опять уже второй раз будут выезжать на место проведения боевых действий. С детьми встретились военнослужащие, которые находились в Запорожской области. Бойцы признаются, посылки и письма, которые они получали из дома, придают им сил в борьбе с нацистами. Писали записки, там картинки очень красивые, там, ну, чем могли, духом, морально поддерживали. Это много чего стоит. Честно сказать, то, что получали именно вот непосредственно от детей, с многих школ туда отправлялись и гуманитарную помощь, и многие моменты, и открытки детей. Очень приятно было, и, честно сказать, чувствуешь в этот момент себя как дома.